Догнал и перегнал в Америке. Предварительные опросы показали, что Дональд Трамп уже на 5% опережает свою соперницу Хиллари Клинтон. Более 47% избирателей готовы отдать свои голоса за миллиардера, в то время как за Хиллари только 42%. И, вероятно, скандал с почтой Клинтон все же сказался на рейтинге демократов. Конечно, расхождение между кандидатами не столь сильное, чтобы сразу определить победителя. Но штаб Трампа не упустит такой шанс заработать себе еще несколько дополнительных очков. Выборы на пост президента состоятся уже 8 ноября, и мы, конечно, все внимательно следим за ситуацией в Америке. И США не будут свергать режимы и насаждать демократию. Вот такие обещания произнес Дональд Трамп на своем выступлении в штате Северная Каролина. Миллиардер заверил, что если он станет президентом, то прекратит политику вмешательства во внутренние конфликты других стран. Военную же силу штаты будут использовать только при прямой угрозе национальной безопасности. И также Трамп раскритиковал политику Обамы и Хиллари относительно военных действий на Востоке. Таких вторжений набралось уже немало. Только за последние годы США провели несколько крупных военных кампаний.